Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую вас на своем канале «Вкусняшки по-домашнему». И сегодня мы будем готовить нашумевшее в ТикТоке блюдо спагетти с помидорками и сыром фета. Мы будем готовить этот рецепт своей интерпретации. Для этого нам понадобятся следующие ингредиенты. Я взяла вот такие помидорки. Это не черри, это коктейльные помидорки. Дальше нам понадобится твердый сыр 100 грамм, сыр фета, вот одна упаковочка, а также руккола, мини-шпинат и свекла листовая. Дальше мы берем спагетти, а также соль и перец по вкусу. Ну, давайте начнем. Для этого блюда мы нарезаем наши листочки не сильно мелко. Запекать мы их не будем. Мы ими посыпем наше блюдо уже по итогу. Спагетти мы поставили вариться, а сами натираем сыр на крупной терке. Вот такое количество сыра у нас получилось. Его мы будем использовать в самом конце приготовления нашего блюда. Дальше мы кладем в нашу емкость для выпекания помидорки. Потом мы добавляем туда в серединку сыр фета. Поливаем все это сверху маслечком. Не сильно. Дальше солим помидорки. Немножечко. И чуть-чуть перчика. Теперь мы поставим наше блюдо в духовку на 15-20 минут при температуре 180 градусов. Духовка нагрелась. Ставим наше блюдо и остается только подождать 15 минут. Ну вот наши помидорки с сыром уже запеклись, и мы их разминаем. Сыр тоже. Потихонечку разминаем в однородную массу. Получившуюся массу мы добавили спагетти и тщательно размешиваем теперь уже все вместе. Дальше мы добавляем листочки нашей зелени. Мои домашние очень любят листочки, так что не жалеем. И в конце посыпаем наше блюдо сыром. Вот так. Побольше сыра не жалеем. Вкусненько. И на это у нас понадобилось всего 20 минут. Иногда я добавляю в это блюдо базилик. Подскажите, пожалуйста, а вы какую зелень добавляете? Напишите в комментариях. Вот такое блюдо у нас сегодня с вами получилось. Выглядит очень аппетитненько. С вами был канал «Вкусняшки по-домашнему». Если рецепт вам понравился, ставьте лайк, пишите в комментариях, что бы вы сделали не так. Это нам тоже интересно. До новых встреч!